Это он находится в состоянии ожидания голода. То есть нужно на кромку хлеб бросать, на кромку воды. И когда голубь подходит очень близко, чтобы покушать хлеб, вот этот вот сом резко выбрасывается и хватает этого голубя. Ну, да? Да. Но я не знаю, я не видел ни разу, но вот люди рассказывали, что да. Но нужно бросить именно на кромку. Вот он себя не показывает ничем. Он охотится строго за голубями. Нужно бросить так на кромку и ближе туда, чтобы голуби подошли туда поближе к нему, и вот он может как-то вот броситься и... Туда, пожалуйста, не заходите. Люди добрые. Там, воно, видишь, какой сом? А там еще больше будут сомы. А вот сюда подойдем. Есть памятка, подкормить самого. Так. Вон он, смотри, какие красавцы. А вы хотели туда зайти? Ни хрена себе. Динатур? Они хищные. Ну, конечно, взрослого человека они на дно не потянут. Ну, а ребенка, так это легко. Сейчас кинем хлебушек. Ой, а ты можешь что-то спать? Это нормально. Да уж. Ой, а вот рыбок. Это зверюги. Офигеть. Если туда человек упадет, что, быстро съедят? Ребенка, да? Взрослого вряд ли. Это что, место смотрели? Поможешь мне? Вот не снимаю. Вот так, 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 вот